Для того, чтобы уничтожить в стране реальную политику, достаточно выкосить личностное пространство, а на роль оппозиции назначить известного клоуна. Что он чувствует, этот престарелый шут? Мы решили влезть в его шкуру и прийти на митинг ЛДПР к нам. Поехали со мной, пошли. Вот видите, у нас здесь сколько народу. Смотрите, это вам тоже, кстати, это болотные. Но это не болотные лягушки, это нормальные люди. Нормальные, хорошие граждане, сознательные. Вот когда я приду к власти, вот тогда мы посмотрим, что будет. Они все будут за меня голосовать. Все. За Дегтярева все будут голосовать. Смотрите, девушки, здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Вы за ЛДПР, правда? Да, да. Вы откуда приехали? Из Пензы. Из Пензы приехали, ой. Прямо из самой Пензы? Из самой Пензы. Вас привезли по разнарядке, как положено? Конечно. Да. Да, а кто именно вас привез? Артем. Артем, да. Хороший человек, хороший. Да? Тоже из ЛДПР? Тоже из ЛДПР. И вы за Жириновского только? Конечно. Да, исключительно? Исключительно. Да, и за Дегтярева? По-любому. Да, ну вы же не москвички. Ну. Нет. Но все равно будете за Дегтярева? Мешает. Мешает. Вам ничего не мешает? Нет, конечно. Вы честные, хорошие гражданки. Да. Молодцы, молодцы. Вперед. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Вы из ЛДПР? Да, мы из ЛДПР. Молодцы, молодцы парни. Вы откуда приехали? Белгородская область. Белгородская область. Вас по разнарядке сюда, да? Мы пришли сюда, чтобы поддержать нашу страну, наш флаг и партию ЛДПР. И вот этот флаг у вас, да? А это наш флаг, флаг нашей партии, наш флаг, который мы очень любим, уважаем. И мы поднимаем его всегда над головой, и он развивается в лучах солнца и дарит счастье нашей стране. Вот благодаря этому флагу сегодня солнце светит, правильно? Да, только благодаря этому флагу сегодня солнце светит в этом небе, и это только для нас. Молодцы какие, а? Вот сознательные граждане, учитесь у них, для русского народа. Да. Правильно, правильно. Откуда, кто? Да, да вы знаете, меня вообще прислали из Израиля, за шекеля работаю исключительно. Ну, отлично, а можно руку пожать гражданину Израиля? Но когда мировой фашизм, в основном в лице Германии, захотел господствовать в мире, англосаксы испугались. Они хотели лишь создать хаос, стравить народы между собой. Но немцы поднялись и навели немецкий порядок. Видите, как я умею? Я и там выступаю, и здесь работаю. Надо сразу, надо учиться у меня, как правильно работать. Вот уже на сцене стою. Видите, слышите, да? Язов, главный закоперщик. Варенников, он более-менее занял правильную позицию. То есть проявили слабость, нерешительность. Нужно было немедленно арестовать. Вездесущий Владимир Вольфович, вездесущий. Везде умеет, везде, все может. Все может. Правильно? Вы из ЛДПР? Да. Откуда? Центральный округ. Молодец, молодец. По разнарядке или по велению сердца своего, души своей? А какой у меня разнарядка? Я по зову сердца. Я на пенсии, я вступил в партию по зову сердца. Программу знаете? Ну, а читали как? На ночь? Конечно. Ну и как самое главное, что в нашей программе? А там у нас журнал есть. За русский народ. Вот это и есть самое главное. Будет хорошо русским, будет хорошо всем остальным. Молодец. Как зовут? Александр Михайлович. Александр Михайлович. Удачи, удачи. Скоро на баррикады позову. Скоро. Народ приехал с разных городов. Приехал противостоять англосаксам. Это белоленточники газдеповские квакают на болотной. А мы крякать будем. ЛДПР за русский народ. И 22 года назад поддержал ГКЧП. И сейчас поддерживаем. Просто нам не дают, к власти не пускают. Хотя весь народ за нас, но зажимают повсюду. А если дадут, арестуем проплаченную американцами пятую колонну. Или уезжайте, или отправляйтесь в тюрьму. Мы тут сами, без вас, поднимем страну. Хватит на коленях присмыкаться. Патриотами надо быть, не молиться на дядю Сэма. Этого журналюшку, уходит тут, который в кадре придуривается, расстрелять. Потому что клоун дешевый, дразнится. Заплатили и кривляется, паяц отмороженный. В шкуре старого шута было весьма уютно, потому что очень легко ходить по земле, будучи неотягощенным честью и понятием совести. А до тела Владимира Жириновского нас не допустили. И правильно сделали. Подонки, потому что Саша Сотник, Саша Шаров и Дмитрий Милехин, предвестник ТВ. Подонки однозначные.